Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Чужой против Хищника. В последней серии мы нашли кошку, съели ее, нарастили массу, теперь мы огромный такой чужой. Ну, то есть пока обычная взрослая лось. Почитаем. Успешное задержание ксеноморфа зависит от одного фактора. Сдерживание и нахождение данной особи. Так, таковой вариант вряд ли подойдет, если вы имеете дело с взрослыми особями или большими ксеноморфами. Во время первых 20 минут заражения уровень смертности в 20 раз выше, чем уровень смертности на последующих этапах заражения. Офигеть. Вернитесь в улей. Так, нам нужно возвращаться, короче, домой. К своей маме, матке. Этим мы сейчас и займемся. Так, а он умеет по стенам лазить, нет? Да, умеет. Круто. Ой! Пардон. Значит, тут под напряжением. Таким образом они ограничили передвижение. Ну ладно. Будем знать. Так, ну естественно, нажимать кнопки я не умею. А тут? О! Добрый день! Так, мне нужно закрепиться. Если вы нацелитесь прямо на голову человека или хищника, на экране появляются ваши зубы, которые дают вам знать, что вы способны откусить голову. Это самый быстрый способ, чтобы стать здоровее. Да вот так тоже нормально. Вполне себе ничего. О, блин, какая зверюга. Так, куда мне дальше надо идти? К тебе, похоже, куда-то. Оп! Прошу прощения. В клочья просто. Оф, так, ладно. Что мне делать дальше? Вы что стоите? Вы можете хватать врагов своими когтями, используя мощь своего тела, чтобы уничтожить их. Схватить клак... Ну, это я уже только что научился делать. Тем не менее, если вы поступите так, вам уже есть ничего не останется. Ну, ладно. Когда полное здоровье, почему бы и нет? Оп, бар. Хочу в бар. I've got to get back to work. All right, I'll see you tomorrow. Вашу мать. Так, ладно. Мне шандец, походу. Надо взять автомат и всех убить. Да, что-то тут их порядком. Надо быть осторожнее. Хорошо, так, что же тогда делать? Как они, блин, когда я был маленький, меня никто не замечал. А сейчас прям... Стоит появиться, так они уже... Все знают о моем существовании. Да блин. Валим. Блин, меня видят. Мне хана. Хотя, может, нет.
Пользуйтесь своим, чтобы оглушать своих врагов, нажимая ФДЕ и огонь. Что за ФДЕ? Так, за мной пришли, похоже. Ну ладно, будет кем подкрепиться. Так, сохранимся еще раз. Ой! Да, проблемы. Хотя, нормально. Давайте подкрепимся. Уф, был напряжен, надо сказать, слишком их до хрена там было. Ай! Да блин. Чё ж такое, что за жизнь пошла? Так, это лазеры, похоже, да? А так я проползу? Так, вроде да. Все, понял. Так, грузимся по новой. Почаще грузимся. Похоже, в таком зрении надо смотреть, да? Я так подумал. Вот так еще проще. Ой, а кто это у нас там такое? Ой! Не буду тебя трогать. Сердобольный. Так, там еще кто-нибудь услышал? Открой дверь, пожалуйста. Че ты жопишься? Ну, открой дверь. Я не хочу туда наружу выходить, честно говоря. Там, по-моему, с тяжелой винтовкой человек был. That you, Stone? Да, это я. Ладно, надо выбираться из этого гадюшника. Как бы там ни было. Да, я никогда не был особо хорош с разнообразной техникой. Ну ладно. Chip in for a change. In the morning, I want you to prep the new host. Sure thing. You gonna start with the monkeys or dogs? Monkeys. Оп. Хорошо. Так. Там внизу еще один напуган, но я не сыт. Хотя, конечно, чужие, они очень агрессивны. И тупо убивают вообще всего. Что вокруг них? Ну да ладно, я буду хорошим чужих. Буду убивать вас только, когда буду нуждаться в ваших головах. Хорошо. Дверь мне, конечно, никто не откроет. Не откроешь мне дверь, а? Каман? Окей. Почему он говорил, давай, мол. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Откуда вы взялись-то вообще? Так, что я тут делаю? Давайте осмотримся. Возможно, мне куда-то вон туда, к потолку надо. Честно говоря. Затрудняюсь пока. Блин, да не падает. Так, хорошо, я был прав. Ой. Это отлично, по-моему. Хорошо, мы прошли туры. Ну, в принципе, за чужого тоже довольно весело играть. Я бы сказал.
Commander? What is it? We've got a problem. Seen Pete around? He hasn't reported in. Probably sleeping it off. I think Carson's covering for him. You seen him? Nope. You run into either one of them, let him know I'm looking for him. Sure thing. Так, комплекс УР-1201 был построен с учетом полной безопасности, однако при работе с ксеноморфами ни одна система не может быть полностью надежной. Определенное повреждение системы устранения отходов может создать условия для широкомасштабного проникновения ксеноморфов. Кажется, по этой причине охрана должна устранять все возможности заражения, несмотря на возможность заражения. Понятно. Задание у нас прежнее — вернуться в Улей, по дороге убив всех человеков. Меня кое-кто уже видит. Так, ребятушки, спокойно. Меня интересует, что это за кнопка такая. А, понятно, это чтобы тревогу можно было включить. Но нельзя давать вам позволить это сделать. Вот. Так, давайте дальше пошли, что ли. Тихо, подожди, я все по привычке. У меня привычка подходить к дверям и открывать их. Ну понятно, да, что с моими клешнями ничего хорошего из этого не получится. Зачем я это сделал? Зачем я вообще сюда спустился? По идее, я пришел вот отсюда. Давайте попробуем туда. Так, зацепляйся. Вот, залазь. Здесь вообще, по идее, можно было никого не убивать, оказывается. Так, тут наверху я не вижу ничего. Да блин, успокойся. Нам, похоже, туда нужно идти. Ладно. Вот представьте, да, вот когда-то вот эта графика на момент выхода считалась очень даже хорошей и очень технологичной. И я помню, когда эта игра вышла, у меня эта игра сильно очень тормозила. При том, что у меня компьютер на тот момент был хороший. Такие дела. Блин, насколько все-таки со временем меняются представления о графике. Именно поэтому я, возможно, сейчас настолько нетребовательной графики, что я застал как раз это время, когда вот такое вот считалось, в принципе, очень красивым. Сейчас же, в принципе, такой уровень технологий, что принципиально плохую графику сделать уже не получится. Слишком уж технологии хорошо шагнули вперед. Да успокойся ты, я тебя не трогаю. Девочка, считай, в рубашке родилась. What's wrong? Some specimens got loose on level 2. You've got to be kidding. Just stay sharp. Ага, пройди. Дела. Так, хорошо. Дай мне свой мозг. По нему пригодится. Тихо.
Добрый день. Так, ну что? Куда мне идти? Мы там только что, я так понял, хищника видели. Откуда он тут взялся? Так, ладно. Нам, похоже, наверх, возможно. Нет. Че, камикадзе, что ли? Не, ну вы поняли, да? Наглые такие. Чем-то у меня даже оскорбил как-то. Совершенно безбоязненно пробежал. Ну народ. They're not responding. What the hell's going on? Вот и все. Такая вот смертоносная тварь. Так, ну что мы делаем? Тут, я так понимаю, почитать мы ничего не сможем. Ребята, пора домой! Viva la revolución! Хорошо. Что дальше? Отлично. Мы выпустили своих собратьев на свободу. Значит, вернемся домой не с пустыми руками, как говорится. Так. Изучение главного комплекса позволили определить основную систему тоннелей, которая является главным звеном системы обороны. Однако эти исследования также привели к выводу, что ничто, за исключением бомбы, не может разрушить стены и подвергнуть комплекс полному заражению. Хотя катастрофическая ошибка, связанная с несносным, с насосным оборудованием, с несносным, может привести к взрыву в системе управления. Он был небольшим и локальным, можно утверждать, что... Так, понятно. Хорошо, ладно. Что там поедешь? Паяет тут, понимаешь, что-то. Так. В принципе, освещение другое. А так узнаю именно те коридоры, в которых я больше всего настрадался в самом начале, играя за морпеха. Тут, когда еще работало освещение, то есть там я вообще с фонариком бегал. И световыми шашками. А так оно выглядело довольно-таки гостеприимно, так сказать. Что ты знаешь? I mean it. Ой. Так, где-то там за стеной. Мозги. Оп, ладно. Спокойно, аккуратно. Хорошее место для меня, тут можно много прятаться. Ладно. Так. Так, кто еще? Еще есть желающие?
Да вроде все спокойно, да? Оп. Кто там пробежал такой? Извини за мужа. Ладно. Так, этот был. Вроде бы этот был. А, да-да-да, ломает. Хорошо. Че, братень, как дела-то? Так, двоих наших запилили. Куда теперь идем? Идем сюда. Я был прав. Так, не особо удачно. Сейчас могу помереть. Так, жизни вообще практически нет. Надо быть очень осторожным. Давай-ка сюда свои внутренности покушаем. О, какая я пакость. Ладно, куда идем? Уф, так, понятно, куда идем. Ну, в принципе, ладно, на этом, я думаю, мы завершим эту серию. В следующей уже будем продвигаться дальше к Улью, в принципе. Пока что все очень круто и вполне себе неплохо даже для наших дней. То есть выпустили бы эту игру с современной графикой, все было бы, по-моему, просто прекрасно. В принципе, на этом все. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока.